Всем привет, дорогие друзья! Это новая серия на канале Нидован. И сегодня нестандартное видео. Я расскажу в этом видео, как меня за 2 месяца ударили 2 раза. И меня при этом не было в машине. Розыгрыш обязательно состоится, но только немножко позже. На данный момент все видео заблокированы. Давайте дождемся, и я разыграю эту 1000 рублей между вами. Ну что, ребят, я вам не показал до этого, как выглядит машина после покраски всех никелированных деталей. И сейчас вам я хочу это показать и рассказать, в принципе, как я покрасил, что нужно будет доделать, что нужно будет переделать. В целом получилось неплохо. Машина грязная, не обращайте внимания. Вот это очень хорошо получилось. Прям отлично. Вот это видите? Я вам расскажу, что это такое со мной произошло. Вот здесь косячки есть, видите? Вот они. Это я когда удалял газету, немножко содрал. Ручки здесь вообще в ужасном состоянии. Видите, еще даже краска осталась, мне еще ее нужно дотереть. Вторая ручка тоже плачевно получилась. Неприятное ощущение. Когда открываешь дверь, цепляешься, она слезает. Вот видите, она слезает. Такая же и эта ручка. Вдали вообще ничего не видно, просто огонь, тачка стоит. Ну, конечно, грязная опять же. Это мы сейчас все исправим. Передняя часть автомобиля зарекомендовала себя в очень хорошем состоянии. Любая мойка, которая бы не происходила, краска держится. Хотелось бы проверить вот эту всю краску, что и как. Выдержит ли она или не выдержит. Уже прошло дней 5 после покраски. Хотелось бы это все проверить. В принципе, машина в хорошем состоянии. У нее есть 2 косяка. Вот эта точка неприятная, которая ржавеет, и она идет вот так по кругу. Это я сделаю летом. До лета, думаю, не сожрет ничего. И второй косяк, вот этот. Самый неприятный момент, который произошел со мной недавно. Сейчас попытаюсь вам рассказать, как это произошло и привело к тому, что меня вот так вот зацепили. Короче, такая маленькая история. Приехал я с женой, с ребенком к торговому центру, пошел закупаться. Соответственно, все купили, настроение отличное. Выхожу и вижу, что у меня просто-напросто поцарапан бампер. И вот здесь поцарапана фара. Но фары я хочу переделывать все равно, так что это легко я сделаю. Но бампер мне придется отдавать на покраску. Это, конечно, очень неприятный момент. И один чувак, который стоял рядом и тупо сидел в машине, по-моему, решил дождаться меня и показать мне эту фигню. Вообще левый чувак. И подходит, говорит: друг, ты видел, что у тебя с машиной? Я говорю: да видел, вон поцарапали бампер, фару. Там вылетела эта никелированная штучка. Кто? Не знаю. Сейчас буду искать, что делать, по камерам бегать и все остальное смотреть. Не знаю даже, что делать. Он говорит: да вот тебе, чувак, вот этот поцарапал. Вот так стоит машина моя. Рядом стоит с ней другая машина. Чувак, который начинал парковаться, он парковался передом. Но не смог паркануться передом и зацепил мне бампер. И когда это он услышал в своей двери, то что он цепляет другую машину мою, он сдает назад, разворачивается и ставит жопой свою машину рядом с моей. Не оставляет ни номера, ни записки, ничего, чтобы я мог ему просто позвонить, найти его, мы с ним договорились бы и все, и разъехались. Я иду в торговый центр, нахожу информационное этого бюро, подхожу, говорю: такой-то, такой-то номер машины ударил меня, вызовите его по громкой связи, пускай подходит. Вызвали, прибегает. Ой, друг, извини, туда-сюда. Я так и думал, что ты так сделаешь. Я говорю: а что ты не оставил номер телефона? Ну, я все равно знал, что ты там узнаешь, кто это и как это там, туда-сюда, лясим-трясим. Я говорю: ну ты вообще, короче, неприятная ситуация. Я говорю: давай, что, решаем на месте, 10 тысяч рублей, и я спокойно уезжаю. Он говорит: блин, 10 тысяч дорого, там, типа того, 3 тысячи один элемент покрасить. Я говорю: ну, у меня ж не один элемент, у меня фару нужно заполировать, бампер сделать, никелированную фигню у меня поломалась, тоже нужно сделать. Давай 10 тысяч и все. Мы, в общем, сошлись на 8 тысячах рублей. Неприятная ситуация, испорченное настроение. И мне нужно сейчас вложить еще в бампер деньги. Я ее стараюсь улучшить, эту машину, а получается, мне кто-то берет ее, тупо ухудшает. И еще вчера произошла такая маленькая история. Буквально за 2 месяца меня ударили 2 раза.
Во второй раз я присутствовал рядом со своим автомобилем и видел, как меня просто тупо ударили. Приехали мы в гости, я поставил машину, места в принципе достаточно было припарковаться другому чуваку на Мазде тройке. Он начинает парковаться. Я подхожу к своей машине, чтобы посмотреть и помочь ему, чтобы он не ударил. И тут он бьет мою машину. Он гнет мне номер. Вот он здесь загнул его, все, а здесь выпрямилось. Конечно, ничего страшного, ну неприятно так. Я на дне рождения, и у меня опять же испорчено настроение, то, что мою машину второй раз задели. Конечно, это фигня, ну неприятно. Я хотел бы сказать огромное спасибо, кто ставит лайки и подписывается на канал. Ну и по традиции, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях.